Хороший праздничный настрой зависит от многих факторов. Нужно успешно завершить все дела к концу года, нарядить дома елку и составить меню. Если у вас нет идей, чем порадовать гостей в новогоднюю ночь, то вам стоит посмотреть новогодний выпуск программы Екатерины Захаровой «Кислород». В ближайшем выпуске кондитер Екатерина Березницкая вместе с ведущей будут готовить сладкие украшения на елку и новогодний стол. Вы узнаете, что такое шапочка капкейка, почему мастика не любит жару и как приклеить украшения на имбирный пряник. Праздничный выпуск смотрите в нашем эфире в четверг, 28 декабря.